Глюкофон диаметром 30 сантиметров с такой вот гравировочкой. Здесь гравировка нот в руническом стиле. Инструмент настроен в тональность high jazz, в ноту ре. Строим 432 Гц. Тут узорчик закрученный в галактику, разноцветные, тут фиолетовые, бордовые, синие, голубые цвета присутствуют. Лакировка выполнена с блестками золотистого цвета, они переливаются, блестят на свету. С обратной стороны у инструмента есть ножки из натуральной кожи. Это обеспечивает защиту лакового покрытия. Можно ставить на твердое, не бояться, что он поцарапается. Ножки сделаны надежно, зафиксированы. Они, в отличие от приклеенных, никуда не съедут. Ничего с ними не случится. Давайте послушаем, как он звучит. Сначала руками. Теперь послушаем, как звучит палочками. Такой вот инструмент. Спасибо за просмотр.